мне как бы дорога. Я забыла видео снять. Или я сняла, я не помню. Короче, Ваня заказал яичницу с салатом, круассан, кофе, апельсиновый сок. Катя заказала бутерброд. Остатки. Катя заказала чай, свой пакетик, бутерброд, салат. Я заказала круассан, кофе, апельсиновый сок. Марьям заказала омлет, круассан с шоколадом. Кофе и апельсиновый сок. И в итоге 30 евро. За всех. За всех было. 30 за всех. До каждого 20. 8? До каждого 20. А я... За меня 8. За 8. Кейт! Уху! Мерси! Наши планы. Сегодня поехать в замок, в Версай. И там кушать. Мы едем в замок кушать ланч. Вот конвеншн центр там где-то. Фигатер работает. Ваня зевает. Мы чуть-чуть поспали в машине и приехали в Версай. Мое любимое место. Кстати, мне кажется, этот вход был закрыт в прошлый раз. Я снимаю видео для мамы. Мама тут в Версай. Картины убирают. Я маме говорю, картины убирают и телевизоры ставят. И теперь вместо картин... Сейчас я тебе покажу телевизор. Просто играют видео на YouTube. Как красиво. Это новое вроде, я ее не помню. Это салют, и салт, и лебеди. Hey gosh. Ваня говорит, такой стол на гаражке купить. Было бы круто. И такую картину. Так красиво. Вау! Куда Ваня делся? Столько людей. Вот эта люстра мне нравится. Люстра мне нравится. И потолок нравится. Ковер. Да, и ковры. И эти... wallpaper. Вот они, люстры. Сколько летели, you guys. Можем познакомиться? Кто ты? Кто ты? Смотрите, какая люстра красивая. И столько людей. Столько людей. Реальность. Мне кажется, мы просто не положила, значит, сюда и под глазами. Смотри туда. Ваня, все зеркало. 200 тысяч русских живут в Париже. Ну, во Франции. Во Франции. 200 тысяч и 200 тысяч плюс, да. Плюс Ирландка.
и два, и я три вирджинианс. Мариам на курица и Мариам не ест курицу. А? Мариам не ест курицу? Вот нам принесли равиоли. Мариам же не ест курицу. Мариам не ест курицу? I'm vegan. No, I'm just playing. Ты хочешь мой салат? Мы вернулись в самый прекрасный, самый любимый, самый дворечный дворец в Париже, Версай. Тут стройка, пересаживают, как сказать, неправильно, переделывают. Рано. Но здесь очень красиво, и мы очень хорошо поели. И меня Мариам фоткала так, как я сфотографировалась в тот раз, когда я здесь была. Мне очень понравилось, очень красиво. Куда вы пошли без меня? Вон цветы. Привет. Hello. Bonjour. На Ваню только что приземлилась божья коровка. Потому что он chosen one. Chosen one. Как там вырезаны деревья и там. Ага. И как будто подрезают все равно. Думаю, да. В центре Парижа то же самое. Да? Угу. Мам, смотри, они их всех закрыли. Все статуи, которые нам нравились. Марости. Они сказали, что они сильно раскрыты для современного мира. Что им надо прикрыться. И их полностью закрыли. А это настоящие, они их так стригут. Классно? Можно так себе дома сделать. Нет. Я. Я. Смотри, как прикольно. А, они делают фигуры. Избушка. И еще одна избушка. Вау. Инсепшн. Вау. Инсепшн. Как-то так.
Это как туда зайти? Они красят цветы. А это лето, а то была весна. А это лето, у меня пшеница и... Маня сказала, вот этот нож. Сет. Мы с Марьяной пошли в магазин. Метро в Париже. Если вы уже не насмотрелись, мы каждый раз метро вроде показываем. Только и делаем, что под землю уходим и обратно наверх. Я купила такую же сережку, как у Марьям. Да? Да. Да, я тебя. Окей, смотри, ты держишь ее вот так, как будто ты ее сейчас отпустишь, кинь ее, и она полетает, и ты ее опять поймаешь, окей? Готово? Знаешь? Мы все снимаем одновременно. Мы вернулись в тот итальянский ресторан с красивыми люстрами. Называется Тендино. Очень повара, очень вкусный цвет. Я очень голодная. Ваня пришел со своей кружкой. Такой. Как будто кружка. Кьюти. Вау, it's so beautiful. Закончилось. Я в аэропорту жду своей посадки обратно через Исландию снова. Я устала.